Вероника Цеплакова – руководитель кружка декоративно-прикладного творчества и театральной студии в Центре «Юность». А еще Вероника – многодетная мама. Трое детей, домашние хлопоты. Но несмотря на достаточно плотный график своей жизни, она всегда находила время для благотворительности. Принимала участие в акции «Неделя доброты и щедрости». Проводила в библиотеке поселка Горки-Ленинские занятия для детей с ограниченными возможностями. Это были различные мастер-классы, которые им по силам, которые они могут также, да, сами, своими родителями, своими силами повторить, все это сделать и уйти с поделкой домой. Вот. Плюс общение, вот, что для них самое главное. С началом пандемии коронавируса занятия в досуговом центре перешли на удаленный режим. Появилось больше свободного времени, и Вероника стала волонтером. Она помогает с раздачей продуктовых наборов для нуждающихся семей и пенсионеров. Появилась возможность помочь, потому что у нас есть машина. Встречались, нам раздавали продуктовые наборы, например, либо это были какие-то, может быть, маски, да, средства защиты. К волонтерской работе присоединился и муж Вероники. Помогал, ездили, развозили продуктовые наборы, помогал как, ну, как физическая сила, так скажем, потому что коробки тяжелые. Вероника признается, что главная радость в ее работе – это видеть благодарность пожилых людей за то, что их не бросили в трудную минуту. Это очень вдохновляет и хочется сделать еще больше. Очень энергичная, пытается везде участвовать, во всех мероприятиях, работает с детьми. Общение у него очень много с детьми, старается, тянет всю семью, можно сказать, потому что меня нету, бывает, да, не могу помочь. Оставаться неравнодушными к чужой беде – это качество Вероника прививает и своим детям. Старшая дочь Полина в этом году окончила первый класс. Волонтеры ее пока не берут ввиду юного возраста, но девочка уже сейчас старается помогать маме. Я маме помогала развозить одежду другим семьям. Наша героиня уверена, что их семейное волонтерство – это прекрасная возможность принять участие в общем деле, что, как известно, объединяет и позволяет соединить приятное с полезным, быть нужным другим людям, но при этом проводить время с семьей. А главное, родители являются хорошим примером для своих детей, которые последуют за ними на пути к добрым делам. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.